Это, как я понимаю, это начало улицы Депутатской. Она отходит от улицы Дурова. Вот за вот этим парком находится гостиница «Славянка». Вот ее правый фланг выглядывает серый. Вот это вот. Тут скверы. Они все имеют разные названия. Вот это, вроде как, Дуровский сквер вроде называется. Или сквер театра имени Дурова. И там находится памятник маршалу Толбухину. Вот он. Тут тоже район такой достаточно безлюдный. Вот. Как правило, здесь много народу нет никогда. Таких массовых гуляний здесь нет. Несмотря на то, что, в общем-то, жилых домов здесь немало, но в то же время как-то и не густо получается. Поэтому эти скверы, как правило, пустуют в основном. Вот тут вот трамвай 19, еще семерка здесь ходит. Они здесь вот на перекресточке сейчас встретятся. Машина какая лихая. Опа, проскочилась. Вот в таких скверах лучше всего снимать такие видео интервью, но тут, к сожалению, показать нечего, по большому счету. Тут деревья, ну, пару памятников есть. Вот Толбухину, который был. И еще здесь находится памятник дважды Героя Советского Союза, который был, скажем так, прообразом поющей эскадрильи. Генерал-лейтенант, ой, господи, вот память иногда отказывает, хотя я, в общем-то, его знал лично, и жил он в моем доме в Калининграде. Ничего, вспомнить.